Всем привет! Меня зовут Аня Тигай, я редактор в детском издательстве «Белая ворона». Я хочу рассказать о книжке, без которой я себя не представляю. Книжка эта всем известна. Это «Винни-Пух и все-все-все» Милна в переводе Бориса Захадера и в пересказе Бориса Захадера и с иллюстрациями Бориса Диадорова. В детстве я была этой книжкой совершенно одержима. Родители читали, читали, читали мне ее бесконечное количество раз. Я знала ее наизусть, и не только стихотворную часть, но и прозу, прозаическую тоже могла разыгрывать. У нас даже была такая семейная традиция. Мы записывали на аудиокассеты, как я пела там, или хрипела, ворчала или сопела все эти стихи. А потом рассылали это родственникам, которые в других городах. И вот тогда это во мне родилось это ощущение, оно до сих пор на самом деле живо, что эта книжка, эти персонажи, это не книжка и персонажи, а это такая неотъемлемая часть жизни, что они вот всегда были и всегда и будут. Сейчас во взрослом возрасте я, конечно, уже подзабыла текст, но до сих пор Винни-Пух и все-все-все присутствуют в нашем смысловом пространстве вокруг нашей семьи, моих друзей. И мы до сих пор можем сказать, что мы дарим друг другу полезный горшочек. Или, договариваясь о планах, можем сказать, до пятницы я совершенно свободен. И так далее, и так далее, и так далее. Какая-то, в общем, такое не просто книжка, а такой сплачивающий нас материал, делающий нас одним целым. Еще для меня эта книжка такой ключ от детства. Сейчас я на даче, и тут моя детская библиотека, я вот перелистываю эти книги и возвращаюсь вот в то детское состояние, которое для меня всегда было местом силы, источником вдохновения, ресурсов и каких-то знаний или инсайтов для решения даже взрослых проблем. Вот, я даже не могу сказать, что как бы эта книжка для меня важна или она меня обогатила, она вот вошла в мою плоть и кровь и, мне кажется, сделала меня тем, кто я есть.